Приветствую дорогого зрителя на своем канале. Спасибо вам, кто подписался на мою платформу. И огромное спасибо тем, кто делает справедливые замечания. Мало ли бывает, что-то я пропускаю. Благодаря вашим замечаниям мой контент становится лучше. В этом видео я хочу вам показать и рассказать кратко, как я выращиваю петунию без досвечивания. В домашних условиях, разумеется. Также я черенковал и на даче летом. Может быть, сниму видео и об этом. Итак, это петуния из семян. Сеял я ее в конце января и вырастил без досветки. Я ее уже подстригал, снимал видео, но видите, она зацвела. Это мне нужно для фотографии было. Сейчас я их буду после видео уже обстригать. И скоро они поедут на дачу. Это петуния из черенков. Собственно, о ней и пройдет речь. Итак, осенью мы... Сейчас весной продаются как раз вот такие череночки. Продаются, раздаются. Ну, кто-то делится, кто-то покупает. Я в прошлом году купил в магазине вот в это время вот такие череночки с корнями. Но только они уже были посажены в стаканах. Потом выращиваем эту петунию по всем правилам, прищипки, полива подкормок на дачном участке. И к осени я забираю. Это у меня было в 5-литровке обрезано, я дома уже пересаживал, тоже видео снимал. В другую емкость, более широкую, чтобы корешкам было больше свободы. Этот маточник, сейчас у нас 5 мая, этот маточник у меня стоял на этом подоконнике, это западное, скажем так, окно, стоял всю зиму, рос медленно, и была здесь температура градусов 20. Ближе к весне температура повысилась, естественно, 25, а то и 30 было. Начала она, значит, расти, я ее черенковал, и я уже с нее много-много наделал, и уже часть уже большую я раздал. Таким образом она находилась у меня на окне, пониже спущу, там освещение плохое вверху. Вот такие вот уже огромные, и уже цветут не первый раз. Правда, отличается очень от маточного куста, от расцветки. Но вот это с длинным названием, я сейчас его не вспомню, даже бы, наверное, не выговорил, если помнил. На конце Би, я назвал Билайн. Посмотрите, какая прекрасная расцветка. Она совпадает с маточным кустом. Вот такая красивая. И таким образом я размножаю их черенками. Сегодня эти пойдут высаживаться в стаканчики. Стаканчики я применяю вот такие для рассады. 7-8 номер. Вот такие мягкие стаканчики. Они многоразовые. Их можно много лет применять. Полиэтиленовые. На этом заканчиваю свое видео. Есть вопросы, пишите в комментариях. Напишите, как размножаете петунию вы. Я еще размножаю фтор в таблетках. Фтор в таблетках вообще прекрасно размножается. Корни прям прут наружу. С вами был Александр. Видеоканал Клуб Садоводов Хабаровск. Спасибо всем огромное еще раз за внимание. Всем пока.